Быстрее зажать. Быстрее. Сейчас. Вот я говорю о том, что взрослые уже дети есть, уже больше 10 лет, это уже самостоятельный человек может быть. Нельзя оставить одни. Сегодня у нас занятия, сейчас и дня. Сейчас мы поели. Время 11 часов и 10 минут. Полдвенадцатого до 12, полдвенадцатого. Надо лодки накачать, принести на берег и будете кататься. Ну, еще полдвенадцатого. Значит, полтора часа почти до занятия. Быстро, половину, там не видно? Я детям сказал, что кто может, взрослые, приходите на занятия. У нас это свободно. Старший воспитатель сразу говорит, а кто с детьми останется? Вот это вопрос. Ну, Костя может остаться. Я останусь. До двух часов. Сейчас до двух. Они придут, пока там погоду, ты сюда можно зарядить фильм это время. Да, у нас. Игнатий, ты выключать умеешь? К нам туда придут кинозал, они любят кино смотреть. Ты просто руководить, чтобы разговаривает кто, не слушается. Его поднять вперед туда, чтобы спиной к экрану был. И пусть стоит на слух берет. То есть он мешает другим-то. Зачем ему? Он сразу будет молчать. Комментировать не будет. У нас раньше было так. Дети как-то более самостоятельные были. Я просто замечаю, как дети меняются. Ну, я оставил здесь одна сестра. Была Валентина. Я иду на работу. Около Павловского моста. Гляжу, она на остановке стоит. Я говорю, а как ты оказалась? А я на работу иду. А как ты-то оказалась здесь? Ты же с детьми оставлена, тогда в шалашах жили. Я не хочу там быть. Ну, мобильного телефона не было. Ну, не хочешь быть. Ну, ты осталась. Одних ребятишек бросить здесь в степи и с ночевкой. Ты что ж делаешь-то? А какая причина-то? А они развратные. Дети развратные. А как ты узнала? А я мимо палатки шла, и они говорили нехорошее. Понятно? На себя напускаем такое, а когда спрашиваешь, кто ты, ты-то раньше кто была? Такая душа была раньше проводницей в вагоне, супруга всего мира, как Писание называет Евдокию, она себя называла супруга всего мира. Ну, видишь, ну махни рукой. И вот такую святость надувает на себя. Дети развратные говорили, да они повторяют жизнь взрослую-то, они повторяют то, что видят. Ну, увидела такое, вызвала их там, сказала, нельзя, или, ну, не такая страсть, что бросить, пойти на разъезд, ждать поезда и знать, что дети одни. То ли ты не видишь, вот как каждый понимает, и... Да ты подними руку, держи вот так настороженно, как он Тимоша делал. Тимоша 4 показывает, посмотрите. Сегодня оставить, говорим, не с кем. Ну, ладно, вот брат Константин приехал, вот, мы с ним и оставим вас. Пока маленько пораньше закончите, чтобы показали ему, где включать, где что, знали. Когда мы уходим, вы наоборот стараетесь собраннее быть. Чтобы мы пришли, жалобы никакой не было. У меня тут была одна девушка, потом Валя Стоянова, она, видно, из Ишима была. Да. Но до того самостоятельно я ей мог доверить и уйти на несколько часов. Весь лагерь был под контролем. Я недавно ее в прошлом году были, увидел там у нее второй ребенок, она катит, самостоятельно уже живет. И была, сейчас я назову, Смирнягина Кристина, кажется, девочка, очень самостоятельная. И мальчикам я не мог доверить, девочке доверял. Куда-то пойти, большая группа, а мы тогда ходили на разъезд 4 километра, чтобы молоко купить, с поезда хлеб купить. Это целая группа, растянутся, идут, и она приведет всех как надо. Так что вы вот слышите и скажите, мы хотим подражать хорошему. Все-таки Россия это мы. А то в России люди будут думать такие, что мы не самостоятельны. Все время над ними должен начальник быть какой-то. У нас насмешки, прозвище категорически запрещено, не говоря драться. Ты, Ваня, больше не экспериментируй, они не выдержали испытания. Ну не выдержали, они должны сознаться. Вот так. Раз уже не выдержали, они бы заглохли, так они еще и жаловаться начали, еще хуже, ниже пали. Они оказались виновнее нарушителя даже.
Нарушитель я могу понять хотя бы, вас даже понять не могу. Он толкнул, а ты бы все заглохло. Вот на мне не петлица, раз в пушечке, не, другому да, не стал вытаскивать, все заглохло. Мы сейчас, ко мне подошел один человек, вышел из храма, и говорит, нужно нам поговорить. Как говорится, выйди, поговорим. Выйдем в тамбур. Ну, говори, я думал так. Нет, говорит, пойдем к батюшке. Ну, пошли к батюшке. Продолжение того разговора, который говорил батюшка. Этот человек говорит, про меня говорили, теперь все меня будут попрекать. Никто имя не называл. Это не... Ну, если я оскорбил лично человека, ну, подай в суд. Суд не может присудить тебе моральный ущерб, потому что тебя не называли по имени. Ваня, ты можешь все сделать быстро и не отвлекаться. Я говорю, когда пойдете купаться, в уключенные весла не вставляйте, там с боков дырочки такие. Не плывите куда-то, только на волны туда дальше, чтобы оттуда вас легко пригнало. Вот она рядом. Почему ты кружку то не видишь или еще? Ее не видишь? Ну, видишь, почему не машешь рукой? Это я четвертый раз тебе говорю уже. Прям рядом. Как увидела, скорее махнула рукой. Внимательно смотри, где он. Чтобы там нарушений не было. Я не знаю, они садятся, разуваются, нет? Да. Разуваться. На край никогда не садиться. Это очень опасно. Сидеть только внутри на этих на надутых подушках. Если дали весло, греби как следует, учитесь грести правильно. Если кто-то у нас дальше останется, подпевать будет ягоды. Кирилл, ты ни одного слова не слышишь. Пустоглаза, пустоглаза получится. Ну зачем ты, он доедает, и теперь уже никого нет, то Тарасик маленький, перед ним рожи строишь, машешь. Зачем? Ну зачем? Артист. Верующего разыгрываешь. Нельзя этого делать. Ты что думаешь, я не понимаю, что ты хочешь? Ну нельзя этого делать. Он ест и ест. Он такой игривый пацан, а ты его еще поджигаешь. Мы будем ездить за ягодой. Не ходить только, а ездить. Ездить на разъезд, там ягода такая, коренда называется. Это помесь смородины и крыжовника. Она такая с кислинкой, очень хорошая. Прямо на машине туда будем ездить. Несколько раз, думаю, мы съездим за ней. Набрать себе и... Я не знаю, из нее варенье варят или не варят. Она какая-то... Варят. Варят. Ну вот. Сейчас пойдет скоро клубника. Пошла с ним вот это у нас к Виктория. Это сейчас где-то, ну, может быть, недели полторы пойдет ягода уже. Клубника. Будем ходить. А 12 числа будет молочная. У нас рацион этот изменится. Мне вчера один человек сказал. Приходил Анфим Лужков. Приехали они, рядом маленький пацан-то был. Они на велосипедах приехали сюда. 12 километров. А в окружности они целых 15. Ну посмотрите, он поднял руку. Он махнул. Вот. И они приехали. И мальчишке этого понравилось. Он говорит, я хочу быть в лагере. Ну и Анфим, если появится, то может быть в лагере. Ну платить-то денег нет. Я сказал, натурой, молоко, сливки, творог нам какая разница покупать-то. Я не помню, что-то случилось. Шторм попал парень-то. Смотри его, как качает. Я подговариваюсь к тому, что когда нас не будет, вот эти полтора часа на занятиях в деревне, в школе, вы здесь ведите себя пристойно. Это вы будете плавать и смотреть кино, чтобы не было на вас жалоб. Вы думаете, мне приятно это выслушивать, разборки эти устраивать? Вы дети мои, которых дал мне Господь. И мне очень хочется, чтобы вы приехали домой другие. Чтобы родители порадовались вашим изменениям. У меня были такие, родители не могли поверить. Сын наркоман. Приехал, увидал коноплю, схватил, аж трясется весь. А поехал, у него лицо разгладилось, а было как голенище у моего сапога. Ну вот, посмотри какой, кирзовый сапог. Вот он. Вот голенище, вот такое лицо у него. Темный, весь сморщенный. А приехал, они говорят, Валера, это ты? Вот такое дело. С ним, конечно, занимались. Один мальчик у меня был, он, у него излишний вес был. У кого лишний вес? Лишний убрать. У кого щеки пухлые, там прочее, это все надо скорее убрать.
Вот эта скамейка называется галатийская диета. Туда добровольно садятся на скамейку, они не обедают, а им дают только кружку компоту и два сухаря. И все это уйдет, лишний вес уйдет. У нас, помните, был этот Степа, Желнев Ранина, внук? Он прям совсем, он приехал домой, а дядя, все, говорит, толстый. Степа, да какой ты красивый стал. А сейчас, говорит, у него все опало, там чуть ли по 2 метра парняга такой вырос. Надо себя испытать, на что ты годен. Я вот сколько говорил, смотри, ты добровольно сел, хочешь, переходи, нет. И он начал себя вес этот сгонять. Вы воспользуетесь этой возможностью. Сегодня вы бегали туда, и один из вас отстал. Я говорю, лишний вес. А то сердце в жиру колотится, рот не криви никогда. Начни с себя это убирать. Лишнее это. Лишний раз подтянуться, перевернуться. Не после обеда, конечно. Чтобы вы поехали другими. Почему? Вы были в православном христианском лагере. Трудовом. Научились работать, пилить на огороде. Я не знаю, они поливают или нет. Поливали? Поливать. Вы все должны уметь. Шкурили, с ножом работали, с топором. Видите, как много вы уже научились. Копать корень солодки знаете как. Солодка есть вблизи, но там слишком тоненькие у ней корешки. Ну все у меня. Поели? Все, две самые маленькие можете остаться. Остальные выйдут, скорее лодки надо накачивать. Прямо бегом надо бежать. Ну, после еды их напили. За лодку. А. Еды не буду. Володя, первый том не забудь, пожалуйста, взять. На лодке покатай и туда на занятия. Хоть покажу, как встречается. Хорошо? Первый том. А ты где будешь? Здесь я, да. А мой вилет есть. А, здесь. Так, самая маленькая у меня. О, рядышком со мной, о. О, еще промежуточный звонок стало. Слава тебе, Господи. Благодарим тебя, Христе Боже наш. Яко насытилась и нас земных твоих благ, и лишилась небесного твоего царствия. Но яко посреди учеников твоих пришелось и спаси мир, да я и приди к нам, и спаси нас. Аминь. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Слава тебе, наш Бог, во веки веков. Аминь. Спаси Христос, помогай. Идем накачивать лодки. Я хочу играть. Ваня, Ваня!